Вот. Кто у нас, да, Сергей Семенов хочет сказать, Сережа, подходи. Во второй части ты выступишь. Да, вопрос можно задать? А, да, можно вопрос, да. Сюда подходи, сюда. Без разницы. Я перекрыл. Общение продолжится в 5 часов на продолжении семинара. Вот, а сейчас обсуждение и вопросы, кто хочет идти, пожалуйста, да. У меня вопрос к Ирине Владимировне Шапке. Скажите, пожалуйста, чем вы объясните, что у англоязычной, западной, суперэтнической системы нет этнического нигилизма, а в России есть? Почему это чисто русский феномен? Спасибо. Это одно из причин, которые в той или иной степени присутствуют в любом народе, если это достаточно многочисленные этнические образования. Это, еще раз подчеркиваю, одна из волн. У англосаксов тоже есть. Но вопрос в том, как складывается вот то, о чем вы говорили, как системность культуры, истории, способы колонизации, все это вместе влияет в итоге на текущее состояние их поведения. Не один. Понимаете, когда, скажем, в смутное время в России вот этот этнический нигилизм начинает среди каких-то групп преобладать, вот именно в это время обостряется и у англосаксов обратный комплекс. И они начинают использовать это в нашей этнической лингвистической модели, в нашей части нашей. Я напомню вам, наверное, многие знают этот сюжет. Марк Вебб, он вообще-то был репортером, был журналистом, и он наблюдал модель колонизации англосаксов своего собственного сообщества изнутри. И вот в одном из рассказов, который называется «Англосаксы», там присутствует такая очень интересная фраза. Сказал, один полковник сказал американцам: мы англосаксы, а если англосаксы что-нибудь надо, то он идет и берет. Вот это этнический этноцентризм, обратная тенденция. Они ее продемонстрировали в последние годы в мире очень активно, просто глубоко было бы не замечательно. Поэтому, почему это произошло? В значительной степени еще и потому, что мы говорим, у нас, у системы, которая стояла в советское время, произошел свой излом, и вот появились такие элитные группировки, которые локализовали свои интересы через как раз этнические нигилизм, это свой какой-то внутренней позиции, так, на Западе. А отсюда и были другие следствия того, что происходило у нас. Поэтому я считаю, что на самом деле, я просто знаю, что существуют разные модели этнической идентификации, и вот нигилизм присутствует в той или иной мере, и у англосаксов. Тот же Маркетт сказал: мне стыдно быть англосаксом, который вперед идет вперед. То есть там тоже есть своя рефлексия в отношении того, что происходит. А если поинтересоваться вот этим смысловым полем идеологии, вот этой дискуссии, которые шли в американском, скажем, сообществе эпохи рабства, позднее и сейчас, мы увидим там, мы сделаем для себя такое количество открытий, друзья, которые просто заставят нас задумываться на эту тему немножко не в том ключе, в котором мы привыкли это делать, с подачи наших бытовых стереотипов. Спасибо большое. Очень интересно. Но вот у нас еще Александр Владимирович хотел пару слов сказать. Пожалуйста, милости просим. Александр Владимирович. Вот. Значит, я что хотел сказать. Мне как математику совершенно понятно, что есть два аспекта, которые мы очень здорово теряем сегодня. Вот именно англификация нашей науки. Главное из них – это содержательная часть статьи, не, может быть, математика в этом смысле, математика и физика, для науки, где статьи очень четко разделяются на две части. Формальный вывод, тут, слава богу, формула во всех странах пишется на одном языке, и вот там
запомнить несколько слов, там их сенс и так далее. Вот, и можно писать, вот эту часть можно писать не на любом языке, но в частности на английском. А вот когда надо выразить содержательную мысль, содержательную часть, тут начинает работать языковая ассоциация. А по языковым ассоциациям языки очень сильно отличаются. Даже не просто языки отличаются друг от друга, а внутри одного языка существует группировка, так сказать, даже не этнические, а ну, просто, во-первых, местные, во-вторых, производственные, скажем. Я вот в свое время занимался искусственным интеллектом на мифологическом заводе. Я должен сказать, что просто русский язык не годился. Необходимо было найти такие слова, которые были понятны мастеру доменной речи. И это особый язык. Вот. И когда мы пытаемся по-английски вот эту содержательную часть излагать, мы нарываемся просто на то, что нас не понимают. Потому что мы исходим из своего ассоциативного кода. У нас слова имеют свою ассоциацию. Вот эти словарные переводы, они не соответствуют тому ассоциативному полю, которое возникает. Даже вот слово «the table», вот это классическое английское слово, да, оно же в английском языке имеет другой набор ассоциаций, нежели в русском. Вот у нас это стол, а вот это не стол. А у них это тоже стол. То есть, понимаете, вот даже на таких простых бытовых словах мы сталкиваемся с тем, что пытаясь выражать не строгую, а ассоциативную мысль, мы попадаем в невыгодную ситуацию. И вот то, что здесь говорилось, что мы в узкую группу пытаемся все излагать по-русски, пишем русские тексты для русских людей. Вы знаете, это не случайно. Это просто потому, что я, например, совершенно не в состоянии выразить какую-то философскую, допустим, мысль по-английски. Меня можно обложить словарями, но я не жил там. Я не знаю ассоциативного поля, которое возникает вокруг английского языка. И все время сталкиваюсь с неожиданностью, когда там, читаешь английскую статью, читаешь какие-то бессмыслицы, начинаешь там лазить по словарям, в каком-то десятом словаре находишь ассоциацию, которая это слово делает осмысл. Вот это, между прочим, очень серьезная трудность. Дело не в том, что мы переводим свои статьи на английский язык или нет. Дело в том, что есть такой раздел в любой содержательной статье, который, видимо, все-таки перевести на другой язык нельзя. Надо, чтобы этот язык был родным. Спасибо большое. Из уст математика это важно слышать, но вы знаете, ведь, насколько я понимаю, одним из основоположников вот этого взгляда нового, о том, что каждый язык создает свою картину мира, была Анна Вишбинская, и она приезжала в Москву. Нет, я ошибаюсь. Да? Ну, там много раньше, но, по крайней мере, вот ее книжка «Картина мира русского языка», я ее читал и слушал лекцию, судя по передаче информации. И, насколько я понимаю, она сказала так, что ведь даже если просто слово «друг» и слово «friend» мы переводим, как бы, казалось бы, ну, количество значений другое, число, там, концептов другое. И вот я помню из ее уст такие слова, она сказала, что если, скажем, в английском языке это будет там 3-4 концепта, то в русском это будет там где-то 8-9, и я хочу дружить по-русски, она сказала. Человек, о котором мне приятно думать, там, друг, да. Хорошо, еще кто хочет высказаться? Да, вот Николай Бабулин, пожалуйста. Да, экономист теперь, после математики. Ну, я не совсем математик, не совсем экономист, я инвестор. Как это, не пришенька, а были хвост, как говорят. Суть в чем моего тезиса, я предлагаю тем, кто остался, все-таки прийти и послушать. Я пытаюсь лингвочастотно выстраивать те самые смыслы, искать. Ну, вы кто-нибудь обратил внимание, здесь картинка на входе была? Вот я ее покажу. Очень советую посмотреть. Там портреты выдающихся ядерных физиков. Причем в QR-коде. Это иероглифика, на самом деле. Ведь китайский язык, он иероглифичен. И японский, и очень многие арабские вязи, они тоже практически иероглифичны. Они другой принцип иероглифики. Более того, снизу вверх пишут там и так далее. Я о чем? Дело в том, что, работая со смыслами, компьютер, думая бинарно, мы думаем, что мы думаем в наших русских морфемных строях. А мы на самом деле чувственно анализируем мир. Китайцы смотрят на смыслы, а британцы и англосаксы, они смотрят на связи. Если вы посмотрите, как структурируются в системах искусственного интеллекта, почему Яндекс
убивает Google в России? Никогда не думали? Ну потому что он сложнее. Он гораздо тоньше отражает наш строй языка. А почему Baidu всегда убьет Яндекс и Google? А именно потому, что он работает со смыслами. Китаец понимает так, как Baidu переводит. Вот, собственно, об этом я и хотел сказать. Потому что на самом деле компьютерная систематизация, она ближе к китайскому. И поэтому тот, кто сейчас насилует русских английским языком, он идиот полный. Согласен, потому что нужно учить китайский, и в конце концов это язык будущего. А это временное заблуждение, английский язык, да. И еще, пожалуйста, Андрей хотел сказать, да. Мы что-то с этим фактором английский, русский. Вот смотрите, у меня в кармане iPhone. Вот я чего? Вы уверены, что это iPhone? Что это не китайский какой-нибудь? Какая разница? Он исполняет свои задачи. Вот, а вот как раз он начнет говорить, что я хочу. Если я хочу к англичанину обратиться, я что, буду заставлять русский язык учить? Да. Или как? Зачем? Я, естественно, выучу его язык, как мы, да, как говорим, и, соответственно, буду с ним коммуницировать. Если я в этом заинтересован, вся проблематика состоит в том, чтобы мы актуально взаимодействовали. Больше нет другой, понимаете? Вот и все. Но русский, с каким-то русским я разговаривать не буду, не потому, что он по-английски говорит, а именно потому, что он вот такой человек. Или там наоборот, потому что он дерется. Да, вот Андрей хотел узнать. Да, я Андрей хочу сказать, что, ну, как я его понимаю, ну, при чем здесь идеология? Да есть просто вот, как сказать, удобство и так далее. Значит, когда мы отказываемся от идеологии, говорим, что не нужна нам идеология, то мы автоматически принимаем господствующую в мире идеологию. То есть, вот, как говорится, англосаксов. Вот с чем я и поздравляю. Пожалуйста, вы хотели, Юрий Васильевич, пожалуйста. Спасибо. Англосаксы все, что ли? Все улетели на Луну, так что это нашу страну убирать. Дорогие друзья, говорит микрофон, потом идем на обед, и все говорят друг с другом. Пока микрофон, да. Я не лингвист, но имею отношение к языку, как и все мы. Но я имею к языку отношение к части исследователя познания в образовательном процессе. И направляясь на эту секцию, я очень ожидал многого, и я очень доволен, благодарен всем. К сожалению, мне показалось, может вы меня поправите, разубедите, но мне показалась тематика, раскрытая во всех выступлениях, она не закрывает полностью аспектов языка. Мне кажется, совершенно упущен язык. Ну, как это сказать, в историческом плане. Не знаю, найдется ли среди присутствующих человек, который скажет, что такое язык, который меня... как правило, я ожидаю даже, что нельзя его определять. Итак, подобные рассуждения. Лично я определяю язык. Да, вот, ответите ли кто-нибудь на вопрос, когда зародился язык? Меня коробит, когда говорят, обращают на этот момент внимание, говорят, называя какую-то, предполагая какие-то даты, и как он, кем он был дан. Вот, интересуясь на уровне неофита этим вопросом, я пришел к убеждению, что язык нисколько не моложе жизни вообще. И я лично определяю язык в особой манере, которую я называю онтогенезное мышление. Я определяю язык как система или процесс, это в разных масштабах, материализации мысли. Может быть, я слишком беру, но я так вижу, и сейчас я работаю над словарем специфическим, который называю концептарий, где приведены только те слова, за которыми стоит какое-то понятие, и за этим названием кроется такая дефиниция этого понятия, которая
объединяет все сегодня встречающиеся частные словарные определения этого понятия. Спасибо. Спасибо большое. Еще кто хочет, да, вот Виктор Волгин, пожалуйста, комментарий. Милости просим. Да, да, Юрий Васильевич, да. Юрий Васильевич, комментарий. Штука вот какая. Во-первых, существуют атомические языки. Да? Атомические языки, которыми владеют там птицы. Да, которыми владеют вполне. Бог с ним? Нет, атомические языки, это языки жестов. Когда там фазан приходит, фазан распущивает язык, начинает там плясать вокруг нее, она наконец понимает, что он что-то хочет. Да, это вполне себе понятные вещи. Атомическим языкам предметом учат, например, щуки. Да, актер там, ну, где-то в очень приличных местах учат режиссер атомическим языкам, да, потому что кино это ведущий атомический, работает на атомических языках. Поэтому ничего тут страшного нет. Ваша идея о том, что язык правил жизни, наверное, правильно, с тем единственным исключением, что такое жизнь. Вот это нам не очень понятно. Мы считаем только биологические формы или там специфические системы, которые анализируют и передают информацию на затратный способ. Да? Спасибо. Вот как раз вопрос, что такое жизнь, мы подумаем за обедом, потому что жизнь без питания невозможна. Вот, по-видимому. Вот, спасибо вам большое, дорогие друзья. Ждем вас всех 5 часов здесь, на второй части круглого стола. Пожалуйста.